Полдень в Питере. Большая Конюшенная улица. Самый центр культурной столицы в это время обычно стоит. Автобус, который привез инструменты из Челябинска, не смог припарковаться возле гостиницы, где остановились музыканты. Пришлось искать другое место для разгрузки. Таким участком оказалась набережная возле собора Спас на Крови. И многие посчитали это хорошим знаком. Знаменитый на весь мир православный храм словно благословлял наших музыкантов накануне концерта. Так бережно были привязаны чехлы с инструментами к мягким креслам. В этом же автобусе из Челябинска в Санкт-Петербург ехали и концертные костюмы. Перевозить их самолетом оказалось затруднительно. Платья у девушек-музыкантов длинные и тяжелые, а большие виолончели и тромбоны и вовсе было небезопасно отправлять в путь по воздуху. Перевозка инструментов, она достаточно... Это очень, очень такой сложный процесс. И вести самолет, и вести инструменты в самолете, это достаточно рискованно. Потому что появляются какие-то, знаете, особенности. Занести инструмент, поставить. Они инструменты и дорогие, и достаточно хрупкие, эти инструменты. Если что-то случится в дороге, то у нас просто выпадает музыкант, он не сможет играть на этом инструменте. Чтобы не рисковать, руководство Челябинской филармонии приняло самое верное решение – отправить до Питера свой автобус. Почти 2500 километров водители преодолели за 3 дня. Ценный груз везли максимально осторожно. Скоростной режим не нарушали, неприятности по дороге миновали. Дорога разная. Где-то хорошая, где-то плохая. Вот. Ну, в принципе, терпимо ехать можно. Николай Яковлевич признался, что о фактической цене багажа даже не думал. А между тем в этом автобусе ехали струнно-смычковые и духовые, общая стоимость которых порядка 10 миллионов рублей. Получив свои благополучно доставленные инструменты, музыканты сразу отправились в гостиницу распаковывать и проверять их звучание. Наталья Старцева, Антон Захаревич, ОТВ.